Всем привет, вы на канале Фордмаг, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим RYTP от канала C-Page под названием «Жопа против Дилды». Интересно. Знаете, довольно странное дело, что БП по Джоджу — это такое редкое явление, потому что, блин, бредовое аниме про бредовые приключения и бредовый жанр. Ну как это не может совместиться воедино? Вопросы. Вопросы требуют... 300 бакс. И я очень надеюсь, что C-Page сделал что-то поистине бредовое, угарное, бизарное, сасное. Да, список довольно длинный, но в итоге что-то поистине прекрасное. Ну что же, поехали. Три, два, один, погнали. Я хочу кончить. Эпизод за 20 штук. Сардио, честь с дедом наверху. Люблю честь с дедом. Предо мной лишь Джо Кюэн и Кокюзов. О, давай без спейлингов. Я тупик. А значит, пульнаторы Джота Рев атакуют меня полгода назад. Слово «сышло шурзор» мне незнакомо. Слово «бежать» мне незнакомо. Нужно что-то придумать. И чё же? В чём дело? Не станешь мне сосать? Разве ты не собирался выпить мою стенд в семя? Хер, наполненный Хэмоном, изобретательно старый пиздоглис. Не могу сказать. Не обижай деда. Ха-ха, дурак. Дина, пидорас. Ночные кресты. Ты, Джозеф, Хрюзов. Дедо, твой хер 20 метров. Пёсик, кокёсик. Улда, кулда. Гэром пёрнул. Довольно. Я хочу панчик. Зараза. Сосамбо. Ха-ха-ин. Чёртов перевод. Имя Дэржо Мастера, мистер Джода. С самого детства я думал, что жизнь в пиздец. Может даже от гадя. Как руководитель я волнуюсь за него. Его так классно били. Я не его мать. Или отыкрыться. У отца есть отец, у матери есть мать. У матери отца есть отец, отца матери. У матери есть Тиди, а у отца нет. Пиздец, у мать в отмыши даже ее. Там не пожобра. Его преследует дед. Где какой? Дед! Дед, ир, дед, как будешь, дед. Да ладно! Какой? О, уважение за оригинального. Поначалу я мог останавливать время лишь поначалу и лишь на мгновение очка. Но как только я начал течь, я, Дилдо, подобно лучу света, трахал все живое и все жопы. Слиплись, чтобы защитить тело. Чего слиплись? От того, что ты притранный? Имя Дэржу, мастера Дилдо. Внук Джона Тип. Данжен мастер Джоджи. Я бы такой посмотрел. Блин, вот тебе реально петух. Нет, только не ауф! Чувак! Подальше от него! Сохраняй! Гав-гав, Дилдо, ми-ми-ми, Джота. Блин, вот люблю, когда вот именно такой бред происходит. На них. Я хочу. Давай, заводи шестерка. Ну и ну. Так ты называешь свой член? А, ясно, понятно. Блять, жижи, загадка, что вы пищево между почи пидео. Вовой был черный человек, я с большим удовольствием вам подходит. Тогда подходи ближе. Ух, я тебя оближу. О, давай без этого, чувак, камон. Красная песня. Жопа! Жопа! Дилдо! Продолжение за 2 штук. За 2 штуки? Я бы сказал, что дороговато будет, но нет. Этот чувак реально заслуживает столько. Хо-хо! Годно. Не, сколько людей угодно. Постречаю за жизнь, с которыми вы будете друг друга ебать, а я другой. Всем геи, а я другой. Скорее всего, я и за всю жизнь никого не найду. С самого детства я думал, меня совсем обдуло. У моих одноклассников полно адресов. В каждом около 50, даже сотня. А я другой.
у людей с телевидения и рок-звезд. Таких десятки тысяч. Пиздец. Все друг чают прямать, а я другой. Я позаботился о кокете. The world! Блин, Давид, верните 3D-заставки, реально. Круто они смотрятся. Хо-хо, какая жота. Жота рев. Ага, ну что же, ребята, могу вынести свой вердикт, что это было в целом... Просто охуенно. Монтажик, нарезочки отлично и грамотно сделаны, но черт подери, какой же здесь волшебный слабут, просто мед для моих ушей. Ну и лично от меня небольшой плюсик за прекрасную песню из игры Якуза. Кончил. Он кончил. Короче, поставлю огромный респект и жужуа лайк, получилось офигенно, вот... Вот так и нужно делать пупы под Джоджо. Бредово, весело, сасно, и все это есть у Сипейджа, чувак. Так что я просто обязан заценить больше пупов от этого автора, и, блин, жду его новых творений с нетерпением. Ну, а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков, жмякайте на кнопку колокольчика, ссылочки на ВК и Donation Alerts в описании, и обязательно подпишись на канал Сипейджа. Всем удачи и... Всем пока!